Дан в пятницу в городе Хинчежды. Сотни людей пели и танцевали с вечера до поздней ночи под музыку молдавских и зарубежных исполнителей. И уже на следующий день артисты выступили в Кишиневе. It's my second time in Moldavia, yeah, and I think the city's beautiful. I like, you know, the old things in the city, and that's what I like about it. It's special. So, and I know the Moldavian girls are beautiful too, but so is my wife. Guys, thank you. Настолько открытые, гостеприимные люди. Вы посмотрите, что сегодня творилось. Я просто в шоке, если честно. Я очень хочу к вам еще не раз приехать. По словам организатора мероприятия, председателя политформирования «Наша партия» Рената Усатова, такие концерты нужно проводить круглый год. Он отметил, что в этот раз пришел с посланием к людям, чтобы сказать спасибо. И не с пустыми руками. Я начну национализацию самого себя. Я стал участником скандала в газетах года два назад, когда в Швейцарии показали в газетах мою машину, которую все знают. В отличие от других, я ее ни от кого не скрывал. Машина – это вещь, которая с детства болела. И вы знаете, сегодня я принял решение, что я как-нибудь проживу без этого Rolls-Royce, а 4 миллиона лей, которые я получу на него в начале, за него в начале недели, первые 500 тысяч лей уходят жителям Ботаники, где у нас был пожар, знает вся страна. Я лично поеду туда разбираться. Заключительный концерт состоялся в Камрате, где собралась многотысячная публика. Как отмечает администрация города, на праздник пришли более 5000 зрителей. Песни и танцы под музыку любимых исполнителей. В Кишиневе, в Хинчештах, но именно в Камрате собралась самая зажигательная публика. И даже пасмурная погода не помешала собрать у сцены тысячи зрителей. Ну, мы очень рады, что сегодня, значит, Ренат Усатый организовал, и сегодня проходит такой замечательный концерт, где мы видим, что на площади собрались все жители не только Камрата, но и всей Гагаузии. Отлично. Очень понравилось. Спасибо ему, что устроил для нас праздник. Концерт отличный. Спасибо большое. Очень приятно. Я даже не ожидал, что такое в Камрате будет. Мне будет хорошо даже. Если бы каждый раз так делали, было бы очень отлично. I would like it. It's very nice. And I would like to greetings from Poland to all Moldavian people. Я сегодня абсолютно не разделяю точку зрения нынешних властей. Сегодня у нас уже дошли до того, что после того, как голосовали за голубых, зеленых, фиолетовых, у нас уже есть решение правительства, что детям нельзя списывать. Послушайте, они списывали, я списывал, и дети должны списывать. По окончанию вечера людям подарили георгиевские ленточки, а завершился концерт праздничным салютом. Поехали, ребята! Районы, кварталы, Молдова! Что надо, я поймал, надо сразу.